В селе Успенское завершилась реконструкция хоккейной коробки. В ходе работ, которые проводили с 1 по 30 августа, заменили ограждение, установили новые пластиковые борты, положили травмобезопасное покрытие из искусственной травы с наполнителем из кварцевого песка и резиновой крошки, а также установили 8 энергосберегающих светильников. Кроме того, по просьбам местных жителей увеличили на 3 метра высоту ограждения за воротами.